Здравствуйте, мои дорогие любители моего канала. Сегодня хочу вам предоставить видео про спорт, а точнее про ставки на спорт. В данный момент я нахожусь на сайте Parimatch и буду рассматривать один хороший матч, который будет завтра, то есть 1 марта 2017 года. А именно я выбрал матч Уфа-Анжи. Почему он меня заинтересовал? Во-первых, своими коэффициентами. Для тех, кто не знает, что такое коэффициент, это, допустим, если вы, допустим, ставите на Уфу коэффициент 1.85, получается, если вы 100 рублей положили, ставку сделали на Уфу, то вы выиграете 85 рублей. Допустим, поставили на ничью 3.15, умножаете 3.15 на 100 рублей, то есть получается 315 рублей ваш выигрыш. Ставите на победу Анжи 100 рублей, у вас получается выигрыш 500 рублей. Итак, теперь рассмотрим каждую команду в отдельности. Уфа. Давайте сейчас зайдем на Уфу. Уфа. Последние игры Уфы. Она играла с ЦСКА 22.02.17 и проиграла в гостях 1-0. Потом 17.02.17 Уфа Кристиансунд выиграла 1-0. Ну и дальше потом 06.02.17 Урал Уфа. Уфа в гостях выиграла 0-1. 02.02.17 Левский. Уфа Левский 1-0 проиграли. И 29.01.17 они выиграли в гостях. Берая Уфа 0-2. Что скажем про Анжи? Анжи сейчас занимает 11 место в нашей турнирной табличке. У них ушел вратарь и много ключевых игроков. Поэтому Анжи сейчас немного в небольшом как бы трансе, поэтому... Но на игре у них сильно это не особо складывается. Ну, последний матч у них был 25.02.17, Иртыш-Павлодар, они проиграли. Перед этим они играли Атырау, проиграли. Потом у себя же дома Кайрат-Алматы обыграли 1-0. Анжи-Шагадам 2-0 обыграли. Анжи... Что касается русском... Букмекеры предлагают вот другие, это коэффициент БК1. На Уфу 1.95, ничья 3.32, Анжи 4.78. Я уже в букмекерской конторе около 2 лет занимаюсь. Ну, конечно, бывали провалы, но бывали неплохие выигрыши. Особенно на таких непонятных матчах. Последние, получается, сейчас вам скажу. Последний матч Анжи обыграла Зенит. Это 1/8 финал была, и они обыграли Зенит 4-0 у себя дома. Исходя из этого, Зенит обыграть не так уж и просто, дорогие мои. А Уфа играла вот с Териком, 1-1 сыграла. Я лично поставил на победу Анжи с коэффициентом 5. И я не думаю, что это риск. Я по-любому выиграю. Сейчас я вам покажу. Нет, сейчас я вам не покажу. В общем, на Анжи скриншот я вам завтра покажу. Поставил 100 рублей. Я сильно рисковать не стал.
Вот тем, кто посмотрит, завтра в 5 часов начнется матч, по какому каналу не знаю, но советую поставить хотя бы, допустим, 100 рублей на Анжи, так как чересчур завысили коэффициент на Анжи. Вот, когда такие коэффициенты, когда там, допустим, 1.22 против 8.10, то понятно, допустим, то Уфа бы, скорее всего, выиграла, значит, у Анжи какой-то крах конкретный. Но на данный момент Анжи очень неплохо выступает и дошла до 1.4. Я думаю, полуфинал они вряд ли пропустят. И поэтому я вот, исходя из этого, думаю, что Анжи выиграет. Поэтому, дорогие друзья, смотрящие сейчас это видео, не прогадайте и ставьте хотя бы рублей 100 на Анжи. Коэффициент очень хороший. Вот, завтра я после 5 вечера выложу видео с результатом матча и со скриншотом своей ставки и сколько я выиграл. И завтра же, ближе к вечеру, я выпущу новое видео на новые команды 2. Так что подписываемся на канал и ждем следующего прогноза. Я думаю, что со мной вы хоть немного денег, но заработаете. Но все зависит от того, какая ваша будет ставка. Всем всего доброго. Кому понравилось, ставим лайк и ждем следующего видео. Всем пока.